Пандемия коронавируса не мешает мошенникам вводить граждан в заблуждение и похищать денежные средства. К полицейским практически ежедневно обращаются пострадавшие от телефонных аферистов, которые представляются сотрудниками финансовых учреждений. Среди них оказалась и 55-летняя жительница Алатыря, у которой с банковской карты списали деньги. Подробности в материале пресс-службы МВД. Этот специалист мне позвонил и подтвердил, что действительно по моим картам совершаются операции подозрительные. Но чтобы остановить эти операции, мне необходимо сказать ему номера моих карт и 3 цифры на оборотной стороне карты. Не заподозрив обмана, женщина выполнила все инструкции неизвестного. По словам потерпевшей, злоумышленники делали все, чтобы она им поверила. Приводили разговор от одного к другому, обещали защитить от незаконных списаний. На деле же оказалось все наоборот. Разговор с аферистами женщине обошелся в 45 тысяч рублей. Такую сумму списали с банковской карты. Сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону ваши данные, такие как полный номер вашей карты, трехзначный код на обороте карты и иные персональные данные. Сотрудники банков не переводят деньги на так называемые защищенные счета и никогда не просят вас сообщить им пароли, которые приходят вам в СМС. Будьте внимательны и не дайте мошенникам себя обмануть.